все хорошо? Да, она спит, как младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия, ложись! Мия! Мия, Аня, Боже! Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Это не закрытый способ. Сука. Черт, что тут сюда.
Кто это сделал? Черт, где я? Может, они отошли?
Что случилось? Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Бери все, что есть. Бери! А? Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Сука! Мертвец! Стоп, тут еще... Господи, Боже! Да что за хрень тут творится? Чёрта!
Все? Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы на краю поля. Выжившие? Сколько можно?